Надеюсь, на экране монитора будет видно. Ну, эти надписи. Образование Земли. 4700 миллионов лет назад. Из теории большого взрыва. Повторение пошло. Я вот думаю, как решить проблему этот, отсвечивают лампочки вот эти вот, так вот, так. Thank you.
Ну, Соня, встань, пожалуйста, на том месте. Сонечка, пойдем дальше. Как здесь? Сначала этот зал или вот как-то по кругу идти? Показывают. Thank you.
Дети, мне кажется, познаватели, полезно. Зарождение. Ну, я так понимаю, пузырик идет, первый этот, первая жизнь. Да. Да, как, ну, наверное, еще рановато. Да, 4 только исполнилось. Так, ну тут, по-моему, повтор уже пошел. Thank you.
7,8 баллов. 2011. 10. 8,8. Проходи, да? Thank you.
Тем более сейчас, по-моему, запретили, да, вылавливать. А есть браконьеры? Да. Куда без этого, да. А что, он вымирает? Вымирал, да. Thank you.
Я прям все каждую это рассматриваю. Потом еще будет возможность на компьютере много раз просматривать. Да-да-да, это я вот так вот прошел. А, ну я его близко не снимал. В Иркутске его тоже добывают? Ну, в Иркутской области? Черемхово, это 150 километров. Ну, я имею в виду в области Иркутской. Это тоже? Монгольская чайка, здоровая. Ну, это все из рода уток, да, наверное? Mm-hmm. Похоже. Ух ты, здесь живые. Это кто? Ой, это тот таймень, да? Вот то, что да. Я думал, тут разные, может быть. Это вот они обитают в водах Байкала. И он еще плавает. Не написано. Замерли на месте и болтаются. Так, здесь у нас. Тут несколько крабы какие-то вон. Или кто это? Как это? А, бокоплавы. И кто из них боком плавает?
А сетр не такой этот, не такие у него шипы большие. Здоровый. Он позирует. Значит, я буду. Это не позирует. Да? Байкальский осетр. А это все, что написано, больше не вижу ничего. Давай поплывай. Мимо. Прям любопытные. Угу. Подплывают, заглядывают в камеру. Какой-то белый осетр. А осетра не запрещено вылавливать? Запрещено. Тоже запрещено? Так. Здесь тоже ничего не указано. А кто здесь есть вообще? А вот какой-то мелкий. А вот здесь вот тоже мелкий еще есть. Но эти прямо этот адаптировались под дно Байкала. Вот еще их полно тут. Так, обыкновенная щука, лещ и обыкновенный окунь. Это, наверное, лещ. Да. Вон щуки, да. Ух, там такие здоровые лежат. Не хочет плавать. А, вот это вот, наверное, этот окунь. Наверное, да. Ой. Ну давай, попозируй. О, немножко подплыл. Подплыла. Давай, давай, смелее. Выгоните ее оттуда. Она что-то ест, по-моему. Водоросли какой-то или что там. Ой,
А, нет, это у нее. Соединемся ко мне. Это не изо рта, это какой-то этот у нее. Это ниже рта. Как может щупает что-то им. Чувствует им что-то. Угу. Наоборот только. Вон там еще здоровую. Ну да, им тяжело это плавать. Ну ладно, если будем мимо проходить, может сдвинуться. Так, здесь мы нет. Не знал, что в Байкале бывают разноцветные рыбки. Я думал, все серые там. Да. Так, голубой дельфин, хаплохромис васильковый, лабидохромис йеллоу. Где дельфин-то? Как он выглядит? А, дельфин это. Вот это вот дельфин получается. Нет. Как-то у них немножко морда такая вытянутая. Вот это вот, наверное, васильковый. Кто-то там. А вот это вот все дельфины. Не надумал. Ух, я надеюсь, что скоро закончится, а то только обратил внимание, батарейка начала разряжаться, да, уже половина даже. Одна. Видимо, нерв придется снимать на мобильный. Это у нас байкальский омуль. Вчера показали, как автозаводов прогрев. Работает, да? Есть все? Это хорошо, теперь можно из дома, да. Все здесь. Хариус. А, байкальский хариус.
Вот она. Это нерпа, да? Да. Такие бочонки плавают. Они танцуют еще? Да, прямо так танго из стекла и крутится. Вот здесь. Вырезала наверх, наверное. Здесь нету. Она вон в этой. А, застыл. Вот там и танцует, да?
Сайт нашел. Он заснял прямые трансляции Байкала. Камера на глубине 200 метров. Тоже 200. 5 метров. 5. А, в прямом эфире. Что нашел или нашла? Вон еще какие-то. Да, какие? Ага. Какого-то душа варила. Вкусный, наверное. Только что хоть рот открыл. Под прилавка, чтобы меня снимаете. Положение определено. Ну это когда сейчас она включена, ее выключают, когда младенцев, впереди совсем маленьких везут. Детей возят впереди. Угу. Потому что в случае ДТП, чтобы не произошло удар и не повредить ребенка подушкой. Нормально так. Сейчас выходил за зарядкой, за пауэрбанком. Мужчина в шортах, без этого, без ничего. Ну вот в одних спортивных шортах бежал. Спортом занимался. На улице сколько там? Ну сейчас минус 4 показывает. Сейчас ничего не стоит. Минус 13. Минус 5. На солнышке, и может быть еще от этого, от теплого двигателя там ей.
Файл заблокирован. Это вот все отели, наверное, да? Да, для отели, туристов. Отели, кафешки, рестораны. Сейчас вот смотрю, увидел провода, вспомнил, что еще очень полезное Собянин сделал. Раньше в Москве едешь, ну и так там дороги, да, все широкие, по 3, по 4, по 5 полос. Очень много знаков дорожного движения, и везде реклама, 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 растяжки, баннеры, везде все это было. Всю рекламу убрали, вот эти провода, которые болтаются, все закопали под землю. Молодец. То есть сейчас вот сейчас хоть город видно, не в рекламах все, а видно там архитектуру, там достопримечательности, какие-то знаки, в конце концов, для водителей. Они же баннеры все равно внимание водителей отвлекают. Да, интересно, да. Интересно прочитать, что там. Они и внимание отвлекают, и бывает порой даже просто загораживают какие-то знаки. Мы когда на Байкал ездим, мы так вот на горы обязательно забираемся. Вот, вот на эту гору? А как... Нет, когда на Байкал. А. Представь, ко мне на Байкал будут отдыхать. Ага. По горам возьму обязательно. Там выше горы. Даже если на гору забраться, все равно не видно, да, Байкал, с другой стороны, берег. Тут надо летом, и есть экскурсия на пароходе на тот берег. А сколько по времени? Не знаю, ни разу на пароходе я не ездила, потому что меня выкачивает в пароходах. Интересно, частные дома здесь есть? Есть. Люди живут, тут школа, да, есть, садик есть, поликлиника. Тут всю жизнь на Байкале прожить. Да, это точно отель. Это вот отель «Маяк». Самый известный на Байкале. На Байкале или в Листвянке? В Листвянке. Наверное, вот и есть школа, да? Да, там школа. Школа не маленькая, детей, угу, значит, много, по идее. А есть тут Листвянки и из близлежащих деревень с удовольствием тоже. А Листвянка, вот это вот все Листвянка? Да, это все Листвянка. А она еще где-нибудь есть, я не знаю, там за горой или... Нет. Или вот, вот только вот, вот по... Маленько вот туда, прямо, ага, и все. Как на нейтралку, на эту, да? Угу. И на паркинг.
там есть камень, как памятник Байкала. Это пройти или ехать? Пройти. А там как, пейзаж такой же? Через стоянку? Точно, но... И вот все, что он это время стоял... Не снимал? Он тоже не снимал. Он 2 минуты снял, видимо, замерз и застыл. Да, до дома я его не довезу, а в поезде, я боюсь, меня... Да. Сейчас умылся, в следующий раз по пояс зайду. Да. Потом, может быть, искупаюсь. Все постепенно.
Да, был справа вопрос. Дельфинарий вот здесь вот. Нервы. Алло, да, пап. Да, привет. Нормально. Нет, в сторону вокзала выехали. Ну да, да. Жалко, там нельзя в этом снимать, когда погружаешься. Ну, не погружай, когда этот имитация погружения, нельзя видео снимать. Ну, хоть фотки наделал. Да, малыш, привет. Ну, чего молчишь? Ты чего? Хорошо, ты в настроении проснулся? А, без настроения, что, капризничал, да? Дедушка будет за него рассказывать? Кирилл, за тебя дедушка будет? Холодный снег, да? Да, холодный, холодный, Кирюш. Снег холодный. Большие шарики из снега. Хорошо, хорошо. Что тебе сегодня приснилось? Опять два сапога поймал. Тебе опять это приснилось, да? Ты на ночь там этот смотришь? Золотая рыбка? Во сне. Кирюш, слушай, ну я сегодня уже сажусь на поезд и попозже приеду домой. Не за папой, а по папе. Я понял. Пап, давай как это, как буду на вокзале, я позвоню вам, хорошо? Ну, потом. Там про другое. Ага. Давай. Снег холодный, да, ребенок? Да. Ну, дедушка его это. Дедушка у нас его учит от обратного. Он говорит наоборот. Ребенок запоминает. Нет, ну, все запоминает. Да. Снег горячий. Нет, холодный снег. Или как, когда нужно что-то заставить, ну, там, сделать. Там, не знаю, одеться, да, дедушка. О, я пошел одеваться, я первый оденусь. И этот бурый, нет, я первый оденусь. Давай одеваться. Я первый покушаю. Нет, я буду кушать. Я первый съем, нет, я. Я думаю, это какая-то социальная реклама. Уже не один раз видел этот плакат «Я свободен». Сейчас понял, что это просто место свободно сдается под рекламу. Да. Я думал, там, ну, я свободен там, ну, от наркотиков, не знаю, вот такое. Это, кажется, просто... Ой, спасибо вам огромное. Ну, надо летом, прилетайте летом. Летом, конечно, Байкал. Другой совсем. Надо теперь на остров Альфон попасть. Да.
А там, не знаете, паромы часто ходят? Ой, однако каждый час паром. Ну там можно в очереди постоять сутки. А, то есть там очередь. Там очередь, я думаю. Это вот когда, когда Крым присоединили, поехали в Крым отдыхать. Ребенку был тогда, года еще не было. Там маленько около, ну, где-то 10 месяцев, по-моему, 10-9 было. Очереди были на паром, там просто сутками люди стояли, там отстойники огромные, просто огромные парковки, люди ждут своей очереди. А тем, кто с маленькими детьми, без очереди. Нет, мы вообще поселенные проехали, вообще заглянули в машину, видели маленький ребенок. Вам туда, 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 все, мы встали там вторые, третьи очереди, наверное, но перед нами еще было там. А там дорога узкая, там не пристроишься, даже дома, когда с друзьями ездим. Например, одна семья выйдет с вечера занимать очередь, ага. А мы едем с утра, и то мы уже к ним не можем подстроиться, ага. Потому что колея узкая. Спортсмены. Колея, дорога узкая, и уже там не вклинится. Плевать, берёмся ехать, здесь такой ливень, холодно. Мальхо приедет, солнышко, дождя нет. На это можно смотреть, и у меня мини-ноутбук с собой. Все, стоянка закончилась. Вот летом даже можно на Байкал не на машинах, а есть Кругобайкальская железная дорога. На вокзале на электричку, и она вокруг Байкала идет. Ух, так останавливается, там экскурсии, рассказывают, вышки, обеды. Интересно. На то стороне тормоза, туда только попадать как раз на электричку. Создал, а захожу туда раз в год, наверное.
Мишка, Анатолий не звонил? Не звонил, а что? Покушал? Thank you.
знаю, какая марка, модель, не обратил внимания. А так смотрел наличие шипов и глубина протектора еще. Ничего хорошего. Я думаю, минимум на пару сезонов.
Да, вот эта машина корова, она автомат или вариатор? Вариатор, наверное. Ясно. Да, я не понимаю. А что я должна чувствовать?
сейчас? Или позже? Ясно. Ой, я не знаю. Ясно. Ну ладно, давай, ну пока-пока. Ну давай, да? Ух ты, как красиво. Это же вот когда, вчера, по-моему, я уже в днях запутался, остановился. Ну это на въезде. Ну вас этим не удивить. Ну да. У вас там этот, и пейзажи есть, да. Покруче. Я вчера можно не буду. Завтра поеду в Листьянку. Ну как тебе не надоело? У меня знакомый есть сосед из Китая. Вот он любитель такого фотографии, что ему отправил вообще в восторге. Я люблю фотографии, я люблю сама фотографироваться. Мы очень часто на фотосессии ходим. А я вот приобрел хороший фотоаппарат. Ну, я приобрел в подарок. Жене. Ну, как-то не очень, видимо, заинтересовал этим. А у самого руки не доходят. Я люблю фотографировать, у меня получается, я вообще самоучка, получаются хорошие кадры, но все равно, чтобы выходить на какой-то уровень, нужно какие-то там курсы, там школы, что-то закончить. А вот руки до этого вообще не доходят. Из центральных улиц. А что это за улица? Байкальская. А в центре города, вот, ну, бывают же какие-то у вас там праздники, да, там День города или, не знаю, День там, города, Новый год. 9 мая. Сейчас у нас в конце ноября организуют ГИБДД. Девушка за рулем, ребенок в кресле. Ага. Мы участвуем каждый год. Ага. Ребенок был в кресле, девушка за рулем. Такие наклейки на машину, там, да, безопасность, ага. Ребенок в кресле, что-то вот такое. Каждый год собираемся на сквере, у нас сквер в центре города. И по всему городу в сопровождении гаишников мы едем колонной. Прикольно, оригинально тогда. Нравится, там, а этот, а где все это празднуется? Вот, ну, если такие. На набережной. На набережной. А, вот то, что вчера приезжали, вы показывали, да? Вот Байкал зимой, лёд. А на какую, ну, этот, глубину он промерзает? Он даже не там? Знаю. Не знаете? Вот Байкал зимой, летом.
Впереди камера. Ограничение 60. В шоке. Смогу. Не смогу. Вот я как-то наклейку делаю, ага. Шарики. За безопасность. Угу. Смотрел, как в шоке вообще. Понравилось, да? Байкал же вообще на весь мир известен. Да, да. Вот у нас в прошлом году москвичи хотели совещание сделать здесь, в Иркутске, на Байкале. И посчитали, сказали, что это для компании очень дорого. Проще всю компанию вывезти куда-то за границу. Uh-huh. Что Байкал намного дороже. Это много дорого. Впереди камера. Ограничение 60. У нас все дорого. Нам проще куда-то за границу съездить. Сочи дорого, Крым дорого, uh-huh. Байкал тоже дорого. Да. Да, я знаю, то, что этот крупные компании практикуют выезд. Ну там тимбилдинг устраивают, и выезд именно вот за границу все время это вывозят. Хотя Sanofi Aventis устраивала, ну они каждый год устраивают, в 15-м или в 16-м году они устраивали в Сочи. Вот там вообще, я не знаю, какую сумму это им стало, но Sanofi Aventis знаете. Да, да. А мы сейчас в январе в Сочи полетим, в этой компании. Там бешеные деньги стоят. Да, они жили еще, снимали тот отель, куда звезды ездят. Они там уральские пельмени смотрели, не смотрели. Исаев, это этот качок, который Исаева видели, который Мясников, который поет под гитару. Еще кого-то. А я видел, когда ездили кататься на виндсерфинге в этот в Тахап, Египет, видел Рожкова. Его очень сложно узнать на отдыхе. Он зарастает быстро с бородой, с усами. Ну, видимо, маскируется, чтобы его не узнали, чтобы не доставали. Хотя все равно узнавали. И Максиму Ярицу видел. Ну, с Максимом Ярицей вообще прям на виндсерфинге даже этот, ну, вместе катались. В одной турбазе, в одной базе. У меня даже летом коллеги с Красноярска, девчонки. Мы на Байкал хотим. Я говорю, ну приезжайте. Тут 1000 километров-то всего. Да, я говорю, ну приезжайте, поедем вместе. Вот они приехали, такие довольные. Мы уже, я так понимаю, где-то недалеко, да, по-моему? Ну, что, минут 15. А, минут 15. Далековато еще.
да, оно приедается. Это да. Вот спросите у меня там про Красную площадь. Да, да. Да, да, она есть. Угу. Да, я там был. Я там был много раз. Впереди камера. Раз контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Хорошо, не будем брать. Вот ребенок появился, начал ребенка туда возить, угу. Там на Новый год, там показать, там летом показать. Вот чемпионат мира по футболу угу. был. А мы гуляли с другом, там просто бродили. Вот если не брать там последние там, ну, года два, наверное, я вот каждый год, раз угу. в год где-то попадаю, то предыдущие лет 7-8, наверное, я вообще не был там. Мимо проезжал, много раз мимо проезжал, ну, на автомобиле. Но чтобы прийти туда погулять, пофотографироваться, посмотреть, нет. Нет, да. Оно приедается, оно да. становится неинтересным, ну. Но... Как и мы вечером сидим, что делать? Муж говорит, поехали до Листянки, покушаем, обратно приедем. Как-то это вот... Ну, да и неохота ехать, чего туда ехать? Плевать на всех, паркуюсь где хочу. Угу. Это, знаете, впереди лежачий полицейский. Есть. Ограничение 40. Я уже забыл, как называется. Стоп-хам. Угу. Движение стоп-хам, которое да. не дает ездить людям, которые по тротуарам ездят, которые паркуются неправильно, угу. обклеивают машины. Музыкальный театр. Вот сколько живу, я ни разу не была. Вот этот низкий или высокий? Вот высокий. Фотографии понравились, да, ваши? Да, прям вообще в восторге. У меня папа был уже на Байкале. Угу. Я в то время в Египет уехал на море, а он Байкал проезжал. И мы с ним там переписывались. Я говорю, ты этот, в Байкале, я в Египте купаюсь, ты в Байкале хотя бы искупайся. Конечно. Он присылает мне фотографию. Сейчас ломик возьму, продолблю, весь замерзший был. Я не помню, какой это месяц был, я даже не подумал об этом. Я рядом с морем не замерзшим купаюсь. Купаться не хочу, да? И что-то без задней мысли. Ну, тоже искупнись, ополоснись. О, это, по-моему... Это 130-й квартал. Да, я вот здесь вот, по-моему, был. Это какой-то, ну, типа центр, что ли, угу. или как? Вот старые вот эти вот домики, их вот... Тут какой-то магазин есть, ну, этот... Да, вон. Тут много магазинов всяких. Бутики, магазины. Я в предыдущий раз приехал, у меня было время до аэропорта. Угу. Чтобы с чемоданом не таскаться, я зашел в магазин, открыл этот там, есть же куда сумки складывать, открыл, запихнул, закрыл с ключом, ушел, погулял, потом только вернулся. Ну и такой лайфхак, кому неохота таскаться с сумками, да. зайти в магазин, оставить. Главное не забывать... Либо круглосуточный магазин найти, угу. либо следить за временем. То можно да. с ключиком уехать без сумок. Это у нас спортивный клуб слева. Ага. Спортивный клуб. Один из самых лучших. Весна. А, вот это опять центр может, центр, да, я уже... Узнаю. Справа детская больница.
Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Это с интернатурой? Интернатура, да. А интернатура сколько, год? Год. Надо ребенка на стоматолога, наверное, отдавать. Такие деньги они там зарабатывают. Да. У меня знакомый за несколько лет работы, ну, да, такой, как, очень такой положительный, хороший, добрый, внимательный к пациентам, хороший специалист. На несколько квартир себе заработал за несколько лет. Ну, я не знаю, ну пусть будет за 10 лет. На несколько квартир заработал, свою клинику открыл, сам на себя сейчас работает и персонал себе нанимает. А это стадион у вас какой-то, да? Теннис. Это теннисный стадион? Да, у нас теннис. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Да, стоматологи, они очень хорошо. И причем к стоматологу ходят преимущественно когда? Когда уже все, не втерпешь. Ну, когда уже прям очень болит, и иногда и очень часто болит так, что ты готов заплатить. Да, только да. Сделайте, чтобы не болело. Хорошая профессия. Вот мы ребенка вводим только в платное, мы в поликлинику вообще не вводим. И к стоматологу именно? И к стоматологу. Нет, ко всем врачам, ко всем? Мы только в платную, в поликлинику не вожу. Мне чуть не угробили, когда он был маленький, поэтому я родился на голове пятнышко красненькое. А я врач, я говорю, это гемангиома. Ее надо удалять, или она будет расти. Мне хирургию, все вы знаете, отвалите от нас. Я вижу, что она растет. А тут же родничок у них открытый. Она растет. Я пошла уже. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Зарастает, да, да, этот родничок? Да, да. Только он родился. В 3 месяца я пошла в платную клинику. И мне хирург говорит, мамаша, а вы где раньше были? Срочно на операцию. Угу. Вот мы на утро пришли, сдали анализы, в платную клинику заплатили, его прооперировали под общим наркозом. Угу. А когда был бы маленький, мы просто прижигли бы ему. Угу. И после этого в поликлинику не хожу вообще. Только в платную. А вот если не знать про это вы знали, да, что это, да, там гемангиома? А потом бы вскрывали бы череп, а там бы удаляли. Я бы, наверное, даже не обратил внимания, но пятнышко и пятнышко. Даже пошли, мама, я боюсь, я не пойду. Говорю, сыночка, мы пойдем в хорошую клинику. Пришли, там такие красивые детские кресла, им мультики включили, стены разрисованы картинками. Ага. Посмотрели ему зубки. Иди, говорит, шкафчик открывай, игрушку себе выбирай. Он шкаф открывает. Что-то, говорит, у вас игрушки плохие. А почему? Что с ними? Что-то, говорит, я такие не хочу, у меня такие есть. Ну, говорит, ты все равно возьми какую-то игрушечку. Вот он взял. А, просто во время лечения или после просто лечения? Забери себе навсегда. Да, да? Возьми себе игрушку, да, да. Ну вот я тоже боялся стоматолога, когда с ним познакомился. Очень много общего нашли. Просто сошлись, да, два человека. Ну, как, я не скажу, что мы прям дружим там, ну, общаемся хорошо, когда лечусь, когда встречаемся. Вот, я раньше боялся стоматологов вообще, ну, как обычно, до последнего затягивал. А когда к нему начал ходить, вот настолько я к нему привык, он мне практически ни разу не сделал больно. И очень часто делал без наркоза, без ничего. Угу. Ну и доходило уже до того, когда он знает, что
здесь наркоз нужен, что я не выдержу. Я говорю, да ладно, да не надо, я выдержу. Ты, ты не больно делаешь, давай без наркоза. В общем-то, доверять полностью стал. Он такой, только-только почувствуешь малейшие отголоски там боли, сразу звук «А», я перестаю. Там да. С открытым ртом сидишь. А, все, понял. Ну, вот у вас тут цены какие вот на стоматолога? Ну, пломба вот, например, сколько? Хорошая пломба. Или там выдернут зуб, например. Так, ну, я не скажу вам сейчас вот прям совсем точные, но, наверное, вот когда болит зуб, чтобы вскрыть его, почистить без удаления нерва, но с лекарством, вскрыть лекарство, там недельку походить, потом лекарство убрать и запломбировать, наверное, около 6, 5-6, где-то вот так. Вот ребенку я вот недавно тоже пломбу ставила. Просто поверхностный кариес скопили, поставили пломбочку. 3,5. Это вот детская. Себе я дергала зуб под общим наркозом, чтобы я вас не видела и не слышала. 20 000. Обалдеть. А без общего наркоза? Не знаю. Нет. Чтобы вот... я вас не видела никого. Этот товарищ мне тоже удалял зуб, причем... сложное удаление было, он говорит то, что мне это не сложно, мне было все равно. Я не чувствовал ничего, он мне там. Ну потом, да, он мне маленько надорвал уголок рва, ну, когда я там растягивал. Ну, поболело недельку и прошло, зачела. Он говорит, после такого удаления обычно стоматологи заканчивают свой рабочий день и идут домой отдыхать. Он мне 2 часа мучился и рвал этот зуб. Пытался его вытащить. А у меня так получилось, что корень. Загнутый был. Он тянет, а корень упирается и ни в какую. Вот у меня тоже. Короче, был... он мне распиливал зуб и частями его просто выдрал. Мне 2 часа. Не дергали 40 минут. Я говорю, если бы это было бы без наркоза, я бы ушла бы с этого кресла. Так что хорошая эта профессия. Да. Очень. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Я буду целыми днями сидеть. Нет, я не буду. Я говорю, сына, адвокаты-то больше учат. Да. Не, ну доктор, если там. Да, доктора тоже немало учат, да, но, допустим, у них хотя бы может остановиться обучение, да, вот они выучили свою область и все, если не идти там дальше на профессоров, на кого, которые там всю жизнь учатся, чтобы какие-то новые, там, я не знаю, лекарства изобретать, там, болезни какие-то изучать, там, и так далее, то можно, да, остановиться, а в своей области остановиться, а юристы действительно, вот, от них-то не зависит. Приняли поправку, изучай. Да. Приняли там закон какой-то, изучай, меняй там, ищи лазейки. Ну и тем более еще каким юристом тоже быть. Если юристом работать на какую-нибудь компанию, юристом или адвокатом? Именно адвокатом. Да, адвокатом это адвокатом, да. А юристом, ну это можно юристы, засесть. Они же не могут в судах. Да. А вот именно адвокатом. Юрист засядет в какую-нибудь компанию, ну и будет там сидеть, договоры читать, да, либо подавать на кого-нибудь исковые, либо отбиваться от кого-нибудь. А тут можно самому развиваться, свое там, господи, как адвокатское агентство, бюро. О, это я вот здесь вот. Да, вот здесь. Все, я уже узнаю Иркутск. Да. Можно опять машину пригодить. В этот хостел я больше не пойду. Там были другие хостелы. Дешевле по деньгам. Ну там я 800 заплатил. А там по 350, по 400, по 500 есть. Но они в общей зоне. То есть там в одной комнате 8 человек, 6 человек. Я вот это вот как-то
Это РЖД. Это РЖД, да. Все, здание РЖД. Я немножко перепутал, когда к вам подъезжаешь, там похожее здание, там ТУГИС, сидит два ГИС. И еще какая-то финансовая академия, что ли. И маленькое такое здание у РЖД с двух сторон еще. Да. Так, остался час. Да я еще, наверное, успею забежать, перекусить. Ну? Что, мне на вокзале сидеть или мерзнуть на улице? А вы покупаете машину у компании? У меня вот предыдущая была машина Ford Focus. Это Ford Farm стандарта? Да. Я не стала покупать, потому что там что-то было у нее сломано там, где колеса. Ее быстренько списали, и она опять уехала в Москву. Вот эту Шкоду я еще не списываю. Ну да, ее еще равно просто не получалось, да, не успели бы. Опять же, думала, зачем она мне нужна, если у нас те машины есть, и это у меня рабочие. На перепродажу. На перепродажу только, ну. А почему бы лишние 100-200 А они же на механике. У нас на механике машины очень плохо идут. Их берут. На любой товар найдется свой покупатель, а корпоративные машины, сотрудникам продают по такой цене, что выкупив ее, вы можете накрутить приличную для себя сумму денег, и которая в результате будет ниже рынка. То есть машину все равно купят. Но того Форда его выставляли за 355. Ну там что-то еще не сломано было. Это мало информации, ни года, ни 12-й год. Ни комплектации. 355, 12-й, объем двигателя. 1,6, однако. 1,6. 355, ну это вроде, по-моему, не дешево. Вот но тут еще от компании, конечно, зависит. Списывают дешево, а вот у нас как-то не дешево. У вас теперь в Астелосе? Да, теперь у меня в Астелосе. Я мою Шкоду, жалко, как я так привыкла. Вот, я не знаю, как вот, если бы я выбирал между Шкодой Rapid и Тойотой, я бы, наверное, выбрал Шкоду Rapid. Хотя, я не знаю, почему у меня внутренне так. Хотя, все доказывают, что впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Намного дольше, ну, в эксплуатации находится, на дольше ее хватает. Но мне вот как-то визуально и по ощущениям, ну, Шкода как-то более комфортно. Мне кажется, она более надежная, чем ну вот на рынке опять-таки вот другая информация, что Toyota все-таки. Но зато Шкода и в обслуживании подешевле. Ну это если своя машина, если компанийская компания платит. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Я как-то в грязь засела, думала, не выйду. Туда-сюда, туда-сюда. Раскачала, выехала. Она автомат или механик? Механик. Она автомате бы не выехала.
Впереди мобильный пост ДПС «Переход». Ограничение 60. Хотя это тоже 16. Вот единственное, немножко ее привести в порядок со стеклом. Поздно, да? Да. Я перейду. Перейдете, да? Да, по пешеходам перейду. Здесь я не еду. Спасибо вам огромное. Спасибо вам.